с трудом иногда вспоминаю события прошлой недели. Но этот день, полстолетия назад, я помню по минутам. Вся моя жизнь разделилась на две половины. Одна крохотная, до этого дня 48-го года, другая после. Когда этот очень длинный день закончился, кончилось мое детство. Тогда, в час ночи. Вернее, в час и 12 минут. Это я, Сердар. Сердарцан, тронул. Эджинем от Явай. Турхедр, Керим, Миленцая, Гардал, Калам, Ерлерни. Юран, кое-мо плешманга. Болей. Труна. Начали. Раз, два, три, четыре. На месте, шагом. Эджинем, Бедянов. Тэф, индиш көрдім. Шоң түйінім, зайымы да ақпылар. Гоңшылор чағырып, қалымыз кетеп. Фоңым үйшіп, ағшам хемме жаңы суы түшірірін. Октябрь – самое хорошее время у нас. Не жаркое, сытное. Помните, живые солдаты вернулись с фронта, мертвых оплакали, отменили хлебные карточки. В том далеком мире жила радость движения. То есть в этом месяце мы жили хорошо, в следующем хоть чуть-чуть, но лучше. Каждую неделю в кинотеатрах появлялся новый фильм. Мы писали сочинения новенькими стальными перьями. Перед школой мне и брату мать купила новые башмаки. Живи не хочу. Все выучили? Да! Ой, какие вы у меня умнички сегодня. Я. Хорошо будут все отвечать. Так, кто же? Все руки подняли. А я хочу спросить Сердара. Ну-ка. Кремлевские звезды над нами горят, повсюду доходит их свет. Хорошая родина есть у ребят, и лучше той родины нет. Молодец. Ребята, это стихотворение о любви к нашей великой родине, лучше которой нет на свете. И мы должны ее всегда любить и защищать. Анна Андреевна, а мой папа герой. Я знаю. Вот. И мой тоже. Ну и что? А мой папа пришел с медалями. А мой папа пал смертью храбрых. Анна Андреевна, а у Сердара папа пропал без вести. Молчи, дурак. Садись, очень хорошо. Люди были разные. Катя, расскажи стих. Местные, эвакуированные. Туркмены, русские, татары, армяне, евреи. Запутаешься. Были богаче, беднее. Герои войны и погибшие. Были пропавшие без вести. Как мой отец. Ни живые, ни мертвые. Никакие.
Считалось это не позорно, не страшно, но как-то подозрительно и обидно. Об этом не говорили вслух, но думали. Может, еще из-за этого я и дружил только с детдомовскими. Хулиганистыми, всегда голодными, смелыми. У всех ни отца, ни матери. Убери руки. Ты что, верующий? Я сейчас директору все скажу. Только попробуй. Что ли, дружкам своим скажешь? Ничего, скоро мы им так покажем. Вовка! Чего? Ты чего говоришь ему? Он же им все расскажет. Атас, пацаны! Здравствуйте, дяденьки! Играете, Марсель? Военная машина. Этот дяденька с моим папкой работает. Ух ты! А кто он? Не знаю. Ты все понял? Айда, пацаны! Девять! Сорок! Сорок один! Сорок два! Сорок три! Сорок четыре! Сорок пять! Сорок шесть! Сорок семь! 48, 49, 50! Молодец, Сердар, сегодня на 5 раз больше. Тут главное упорство. Че там? Ух ты, флаги! Че там такое? Эй, пацаны, вы что, дураки, там же эстафета! Да, да, эстафета, чувак! Андар, наш панул-то бежит! А вы скажи, я такой, быстрее, быстрее! Самый большой начальник, которого мы знали в нашу жизнь, жил рядом. Белая фуражка, необыкновенный портфель, а главная машина с шофером. Мы робели перед ним, называли не по имени, отчеству, а только так, Германов. Потом, мама, там панука бежит! Рыжий, за мной! Потом поговорим, Яшули. Ай, мы риски молю вас о новой. У меня есть справка, меня выпустили. Я в плен ранили, папа. Три медали имею, я воевал. Я домой еду, маму. Они меня на вокзале. Яшули! Яшули! Мельтобор, а ты сам кормовый! Мешин, Германов, ты меня с детства знаешь, ну какой же я враг! Дирик! Отпусти меня! Отпусти! Я фронтовик! Я в плен раненый попал, отпустите меня! У меня справка есть! Отпустите меня, я прошу вас! Успокойся! Яшины! Яшины! Come on, come on, come on.
Каких даже? Нет. Ладно, я пошел. Интересно. Левее, вот так, ступеньки. Опа, пошли, так. Батальон на исходную. Спеши, Петя. Нурян Мерганца. Али, вот он, ты здесь, что ты? Норфа, он шлор в лев, и еще какие хэмми тиран. Ахатик, что ты делаешь, а? Отойди, женщина! Отойди! У тебя же сердце болеет! Какое сердце колёт, как пушинка колёт! Слушай, а? Салтан, Цаватанов, недавно были только нитки, а теперь какая красота! Золотые у тебя руки, Салтан! Давай, давай, быстрее, быстрее, обгоняй! Я давай! Конечно, сниму. Уже снял. Так. Победителю почет и уважение. Проходи. Ну, смотри, тебя уже весь двор встречает. А, тетя на шум! Собрались уже. А ну-ка, идем! Поздравляю, друг, от всего сердца. Спасибо. Сегодняшний материал в проявку и ближайший киножурнал. Привет, Володя. Не узнаешь? Здравствуйте, товарищ Крутицкий. Что ж ты так официально? Со съемок только. А, ну и как работа, как съемки? Без брака. Вот, кстати, по поводу съемок, мне и хотелось с тобой поговорить. Понял. Отойдем. Молодец, ну-ка. Спасибо. Ну, не ожидал. Это дело надо срочно обмыть. Вот еще сейчас. Спасибо. Ну-ка, мы гордимся тобой. Женя, фотоаппарат. Право, выходи. Давайте все рассаживаем. Фотографироваться? Иду. Я очень здорово получаюсь с красивыми женщинами. Как дела, Ешуля? Что-то вы нас совсем забыли, а? Ты? Зачем пришел? Тебя увидеть. Нельзя? Здравствуй, Клава. Я... Здравствуй, проходи. Девчонки, фотографируйтесь без меня. А что такое? Да занятая. Дядя у старика прислал. А? Говорят, а что такое? Беда будет. Какая беда? Война, что ли? Нет, не война. Урштану руда, я так платан. А, ну, если не война, то и переживать нечего. Ну, он говорит, барах из нор. Вывезли змеи. Змеи? Тарда Елана Кенни и Нинска Кацяна. Будет много мертвых, говорит. Поэтому надо людям уходить. А змеи, наверное, к Дазе ползут. Веселенький у вас дворик. А по какому поводу веселье-то? Соседка ковер закончила ткать. Уходи, Андрей. Прошу тебя. А этот старик? Кто он? Какое твое дело? Начальству соседу поклон. Тамбовский волк тебе, сосед Петя. Да. Ты чего эти детям блатные песни поешь? Вот мой курбан из-за тебя на уроке пения двойку получил. Не может быть. Ты это его неправильно поняли. Здравствуйте, товарищи. Прошу. И, по-моему, очень даже душевные песни. Семен, ну-ка сними нас на фоне этого прекрасного ковра с прорицателем из колхоза имени, как ешули? Бдён. Отлично. Фотографирует, а фотографиям не дарит. Да! Фотографии не печатает, а завтра будут готовы. Да. А, знаем мы, как там печатаете. По ночам. Потом скажешь, Яшуля. Гурмар.
Здравствуйте. Угу. Перманов. А я жду тебя. Что-то случилось? Ну, как тебе сказать? Время сейчас такое. Опасность, она ведь как? Вроде ее нет. А тут раз и появилась. Вот, к примеру, тот старик твой земляк. Зачем он в город приехал? Дома дел нет? Для чего он панику сеет среди населения? Да он же старый, Крутецкий. У врагов возраста нет. На всякий случай я тебе советую. Паникеров, сеющих смуту, приструни. Бешим, ты обедать будешь? Соседи, а мы вас ждем. Тай болым. А болым көшөм. Тедеге элмен ме эсли ват кечип туру. Ай овода адам пахир. Бир бет бачылык болмаса бирек биреги көрмөлөр өйдөн ок. Она бет бачылык. Бардың шоғылың кеді бер, кей жау алма. Әзі қақының дұтарына лайын? О, немелі, ол қақының дұтарын нере әкітшіп? Досымы? Досымы? Бұй шық қақың ялып, бейік сазанлы болмағы үшін жепа чекмелі. Бейік сазанлы болып, үйлің өңіне чықмағы, ба, Аллаң берін ұлы зекені керектір. Ол сен досым дейенің, ол, Hal bir ağacın üstüne çıkıp bilir mi? Ağacın her gün çıkmalı. Vey! Bir kısadan ne olacak olsun, bir ağacın çür başına çıkmalı. Erdar Can, bir şol bir ağacın üstüne giyeceğin geçirip bana, Danhor oğlunun sesine durup, sen bir perdeden tutup bileceği yığırışmalı. Oyna diyen miydi? Yoklu, karısınımla. Ay toylu orda. Da iş kırhani yadan kettik. Ay yurttan kettik. Yine kugunlerde keçeğimi de miyettik. Sultan canki bu ölümü hanin kutlu orda. Oğullonu yöründü. Su hala atırıp gel mi getirmek? Ne diyeyim ettik? Sultan. Hani? A davayte vas vmesi ditmi? Ala. Sfotografiruyum. Ay tuğulemi, tuğulemi. Berekir. Angelan derden can. Приготовились? А можно мне с вами? Алдар, давай быстрее. Самый отчаянный, самый красивый, самый умный среди всех пацанов. А ты возьмешь дутар? Да, мама разрешила. Внимание, снимаю. Он остался на нашей семейной фотографии, как мой названный брат. А где Нурик? Сядь где-то. Или на башне.
Тихо. Это вам. Шпана, хулиганы! Это конфеты. Моя мама ковер закончила. У нас сегодня праздник. Спасибо, милый. От этих, кроме гадостей, ничего не дождешься. Постой. Куда музыку потащил? Я другую хотел. Оставь, а то сопрут. Концов не найдешь. Пойдешь обратно, отдам. Все. Давай. Они тут чего хочешь заиграют. Красавица моя! Тетя Вера, я для вас стишок придумала. Ты моя умница! А я тебе принесла угощенице. Вот, смотри. Чего ты из ресторана объедки-то таскаешь? Отхахали, что ли, осталось? Куклу бы принесла или шоколадку? Мне не надо куклу, я тетю Веру люблю. Эх, черти что. И никто тебе удочерять ее не даст, Верка, вот. Почему? Почему, почему? Да потому что ты гулящая. Чему ты ребенка научить можешь? Да еще девочку. По кабакам таскаться, да? Мужиков домой водить. Да он рожу, как обезьяна, раскрашивать. Ой. Знаю вы какая. Вам, наверное, в жизни не повезло, да? А тебе везет, упора. Тоже мне везучая нашлась. Не позволю это! Ты брось, товарищ Перманов! Мои детки не воришки, ну, не хулиганы! Это ж сироты! Это ж такой контингент, который такое видел в жизни, что вам тут в тылу! Вам и страшно в сне не приснилось бы! Это ж блокадники, у них матери от голода отца на фронте погибли! Вот это вы хорошо сделали, Чапаев! Да бросьте свою ненаглядную агитацию! Чапаев Иванович, вот, смотри, я потом узнал, что нет в русских имени Чапай. Есть такой герой Чапаев, и все. Однажды Алдара забрали в милицию. Он персик на базаре украл. Чапай Иванович встал перед управлением милиции и стоял. Сотрудники из окон повысовывались, останавливались прохожие. На него кричали, уговаривали, хотели силы увести. Плюнули и отдали Алдара. Алдар ревел, как маленький. А Чапай Иванович его успокаивал. Что теперь? Змея, дохлая такой кошка. Он был воспитатель. Крыса. Чего? Крыса. Крыса. Так, крыс, ход, пошли. Извини, товарищ Перманов, видишь, у меня срочное производственное совещание. Более. Только я тебя прошу, да? Хорошо, Чапай. Дровишек. Ёк-ма. Побольше, побыстрее. Да ну ты ж душа, будет. Человек. Да так, а это что за постороннее? А ну-ка, шагом марш домой. А вы, Чапаевцы, ко мне в кабинет. Военный совет будет. Крыса. Чапай Иванович! Чапай Иванович! Ну кто меня опять? У меня военный совет! А? Господи, ну кто ж так вешает? Это ж кино, а не прачечная. В глубину надо, господи, без руки. Эй, малый, как тебя? Сердар, ты чего ушел? Меня выгнали. Кто тебя выгнал? Вы. Я тебя выгнал? Значит, не прав. Давай сюда. А можно? Бегом. У меня тут все таланты. Пошли. Ну, вот вам ваш Сердар, принимайте. Ой, Сердар. Сынок, а вот ребята говорят, что этот дутар твой отец сделал. Мой. Дай-ка. Хорош инструмент. Да. Это учиться надо. Ну-ка, а ты сможешь, мой любимый, черный ворон? Давай. Черный ворон, а ты не вейся надо мной, ты добычи.
дождешься, черный ворон, я не твой, да. А может, твой батя сделать вот дутар всем ребятам, создадим ансамбль народных инструментов, в Москву поедем на смотр. А у него нету. Как? Он с войны не вернулся. Погиб, да? Он без вести пропал. С матери живешь, да? И с братьями. Ну что ж, ты приходи к нам почаще. Можешь к обеду приходить. Будем кино смотреть. Чапаева. Я же говорил, Сердар здоровский. Любишь кино? Ладно, ребятки. Военный совет закончен. Можете идти. До свидания. Ты приходи к нам, сынок. Юрик, 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 Юрик. Фуражечка, ты верни. До свидания. Возьмите.